Спилберге и вы начинали Супергероя Кимердария. Я давно не выкладывала видео, потому что я очень была занята. Когда я последнее видео выкладывала, то я потом с учебой я все ходила в школу. Не учеба это большая была, и я не могла с вами нормально пообщаться. Я расскажу, как я тут отдыхаю. У меня такая природа, я качаюсь на камаке. Ну и в выходные приезжает моя мама, она очень работает на летом. Потом день рождения будет, и у Пупса будет. Я думаю, вы знаете, кто Пупс. Если нет, не знаете, у меня в следующем видео будет он. Там мы будем снимать с ним. И подпишитесь на канал. На мой канал подпишитесь на Супергерой Кимердария по ссылочке в описании. Нажмите кнопочку и нажмите красную кнопочку и колокольчик. И не пропустите обязательно следующее видео. Там будет и Пупс, и я. И мы будем снимать вместе видео. Как вы знаете, я уже на деревне, моя учеба уже закончилась, я уже поступлю во второй класс. И знаете что, ребятки, я очень не хочу идти во второй класс, потому что я английский, в общем, вообще не знаю. Если вы знаете, если уже YouTube дали вам писать комментарии, то, пожалуйста, напишите, а вы умеете английский и в каком вы классе учитесь? Или напишите, в каком классе вы учитесь и умеете вы английский? Я-то в общем нет, потому что я английский вообще не знаю. И будем уже, наверное, прощаться. Всем пока-пока! Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!